Привет, мои дорогие! Вы на канале Звездные Сторис. Сегодня обсудим: Алексей Ягудин отлично попарился в бане, Агата Муценице поехала с детьми отдыхать в жаркие страны, Ольга Кузьмина сидит дома с заболевшим сыном. А что же с Татьяной Волосожар? Ее выпустили домой из больницы, и она здорова. Подписывайтесь на канал и поехали! Алексей Ягудин в отличной физической форме, а все потому, что фигурист придерживается здорового образа жизни. Вот и на этот раз Алексей показал своим поклонникам, как он не боится окунуться в холодный снег, и это после горяченной бани. Зожники за мной! Снежная королева везде, вокруг меня. Из этих больших снежинок она может появиться внезапно. Ой, с новогодними всех праздниками. Занимайтесь спортом, ходите в баньку. Что ж, чистеньким теперь можно и на чемпионат Европы отправиться по фигурному катанию. Увидимся там. После нас. Агата Муценице улетела отдыхать в жаркие страны. Пока непонятно, то ли это Мальдивы, то ли это Дубаи. Агата пока только радует поклонников фотографиями с пляжа. Да и видео тоже показывает, как танцует в купальнике. А перед отлетом она успела отметить день рождения сына Тимофея. Ему исполнилось 9 лет. На день рождения пришел также бывший муж Агаты Павел Прилучный. Правда, на дне рождения на фотографиях они стояли все равно порознь. Жаль, очень красивая пара была, но молодцы, что воссоединились ради сына. Агата посвятила целое послание своему сыночку. «Даже не верится, что тебе уже 9 лет. Ущипните меня, моему сыну 9. Я помню тебя каждую секунду. Я помню тебя каждой клеткой. Я помню все твои улыбки и слезы. Прости, сынок, за то, что я не идеальная. За то, что принесла тебе не только радость, но и тревоги. Мой самый главный мужчина в жизни. Будь счастлив. Просто будь счастливым, и мне все равно на остальное. Твоя мама всегда рядышком». Агата вообще молодец, мне нравится, что она всегда на позитиве, она всегда улыбается, поэтому о такой маме, наверное, только можно мечтать. Финалистка шоу «Ледниковый период», она насыщенно провела конец прошлого года, много работала, изнуряла себя тренировками на льду, и поэтому сейчас Агата расслабляется под солнцем на Мальдивских островах. 9-летний сын Тимофей и младшая дочь Мия, которая 5 лет, конечно же, с ней. Они уже облюбовали шикарный бассейн в отеле. Агата сняла ребят, загоравших на надувном круге. Младшая сестра постоянно улыбается в камеру. Заметно, что семья очень довольна отдыхом. Агата уже станцевала на камеру, загорелая, подтянутая, с отличной фигурой. Поклонники желают ей отличного отдыха. Пишет ей: всех вам благ, здоровья вам и вашим прекрасным деткам. Агата радует своей фигурой, а поклонники также пишут ей лестные комментарии. Накачанный пресс отметили актрисы, которая, она же уже стала практически фигуристкой. Хотя некоторые не совсем поняли таких откровенных танцев на камеру, но с такой фигурой ей можно, в общем-то. Тем более, она одинока, в поисках мужа, так что вперед, Агата. Многих поклонников настолько воодушевила фигура Агаты Муценице, что они решили срочно бежать на каток, на лед, потому что именно там мама двоих детей –
подкачала свою фигуру. Она стала великолепно выглядеть, и поэтому поклонники хотят также по ее примеру. Так что скоро всех увидим на катке качающих пресс. А вот Ольга Кузьмина просидела практически все праздники дома. Единственный сыночек Гордей приболел. Ольга написала: «Как ваш первый учебно-рабочий день в этом году? Уже на энтузиазме или пока медленно входите в ритм? Гордей вот что-то пока не вступил в строй, приболел. Надеемся, что ненадолго встряли, пока отсиживаемся дома и делаем печеньки. Желаем Ольге и ее сыночку быстрейшего выздоровления, здоровья в новом году особенно. Тем более ждем от Олечки новых проектов. А поклонники также желают ей побыстрее входить в строй, как она сама призналась, время загадывать желания. Последние дни она часто это делает, и все должно обязательно исполниться в лучшем виде». Ольга Кузьмина поздравила своих поклонников праздниками. Подписчики также ответили ей взаимностью и пожелали новых свершений. И напоследок покажу Татьяну Волосожар. Наконец-то фигуристка дома. Напомню, Татьяне сделали операцию. Была травма на шоу «Ледниковый период». Подробнее дам ссылочку снизу. Татьяна на костылях вернулась домой. Поблагодарила врачей и всех поклонников. Поэтому желаем ей дальнейшего выздоровления, ведь процесс реабилитации достаточно долгий. Тем более фигуристка, ноги – это ее рабочая сила, поэтому тем более ей нужно быстрее поправляться. Но Татьяна не унывает, с улыбкой, молодец, держится. Поэтому скорейшего выздоровления. А вы подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не потерять новые видео, и смотрим на Татьяну Волосожар. Дома наконец-то с моим новым другом. Это Пушок, точнее не мой, а Анжеликин. Еще у меня есть тут друзья, надеюсь, они со мной не так надолго. Так что все хорошо, буду восстанавливаться потихонечку и возвращаться к своей любимой активной жизни.